потом шеф-директор Western Entertainment все взвесил и решил, что скандал ему не нужен. Ну, судя по прессе, не было никакого скандала. Потому что он выкупил у меня компрометирующие документы. Чего и вам желаю. Надеюсь, вы понимаете, что в ваших интересах... В моих интересах закончить этот бессмысленный разговор. То есть вы утверждаете, что Конрада Зауэра не похищали? Да я даже не знаю, кто это. Откуда вообще взялась эта галлюцинация? Я не раскрываю свои источники информации. Я просто прошу заплатить мне 50 тысяч долларов, чтобы я этой информацией ни с кем не поделился. Мне кажется, с Зауэра вы снимете намного больше. Больше. Больше не желаю тратить свое время на шантажистов. Я вас проведу. А дверь вон там. Приятно было познакомиться. Знаете, я вдруг передумала. Я рад, что вы решили заплатить. Ошибаетесь. Решила сэкономить. Обыщите его.